Всем привет! Вы на канале ТикТоп. Вернее, пока что вы на нем. Меня зовут Тихон, и вот это видео является очень-очень важной информацией. Вы слушайте нас, пожалуйста. Вот. И первое, что хочется сказать, это 170 граммов. Ой, это же рецепт мне бабушка подготовила для оладий. Короче, первое, что хочется сказать, это то, что на нашем канале теперь будет исключительно юмористический контент. Ребят, и вот буквально через 5 минут, как вы посмотрите этот видеоролик, или может уже поменялось название нашего YouTube-канала, потому что сейчас наши ребята из TikTok Studios работают над этим, чтобы все совпадало по контенту и по названию канала, по шапке, по аватарке и по интро. Ну и, в общем-то, по всему контенту со всеми превью. Так что, ребятушки, теперь у нас будет еще веселее. Сейчас выйдет новая шапочка, новая аватарочка, новое название канала, а также новое интро. Ребят, вы сможете это все посмотреть уже сегодня. Или, может, уже перейдете по ссылочке в описании и просто посмотрите это. Ну что ж, ребят, это было информационное видео. Я не требую пока что лайков, но тем не менее можете подписаться, потому что мы летом планируем грандиознейший проект. Ребят, мы будем снимать для вас свой сериал. Он будет хоррор-детектив. Но он будет, ну, в таком, не в жанре хоррор, но он будет интересный, ребят. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего интересного не пропустить. А главное, оставайтесь пока что с нами, потому что дальше будет все интересней и интересней. Всем удачи, а мы пошли работать. Пока. Подпишись на канал, лайк поставь, колокольчик не забудь.